Sandvind SW40 – фитнес-часы с крупным дисплеем, функцией тонометра и удобной магнитной зарядкой. Комплект поставки включает сами часы, съемный ремешок, USB-кредл для зарядки и инструкцию. Зарядного устройства в комплекте нет, но часы можно заряжать от любого свободного USB-порта ПК или ноутбука. Данная модель выполнена в пластиковом корпусе с достаточно крупным дисплеем. Его диагональ 1,7 дюйма. Разрешение 240 на 280 пикселей. Сенсорное управление дополняется одной физической кнопкой на правом боку. С ее помощью удобно включать экран. Снизу на корпусе расположено окошко датчиков и контакты для подключения комплектного магнитного кабеля для зарядки. Часы не боятся воды и пыли. Степень защиты IP65. С точки зрения функциональности это типичное фитнес-устройство. Связь со смартфоном устанавливается по Bluetooth через фирменное приложение. QR-код для его скачивания можно найти в инструкции. Пользователю доступны следующие функции: шагомер, тонометр, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг сна и физической активности, счетчик калорий, управление музыкой, прогноз погоды, дублирование уведомлений, управление камерой, поиск браслета и поиск телефона. Имейте в виду, что показания тонометра и уровня кислорода в крови носят исключительный информативный характер, и данные часы не могут быть признаны медицинским прибором. Под конец поговорим об автономности. Встроенный аккумулятор имеет емкость 140 мАч, а полного заряда хватит примерно на 5 дней работы.